У нас 8 утра. Приехал рабочий. Я слышу. Не знаю, один или вдвоем, по-моему, один. Сейчас на крыше. И смотрят. В общем, что-то там делает. Герметик просил. В общем, сейчас, когда все закончит, я спрошу Сережа, что там. А я сплю еще. Сережа косит. Я хочу показать, кстати. Ну, вот так у нас уже заросла трава. Вот видно, где мягкая травка, вот она. Это газон. А где вылезли одуванчики, это одуванчики. Но уже не просто земля так. Уже видно, что травка проросла. Конечно, дожди, которые шли сейчас, они помогли ей вырасти. Вот тут, например, мы газон, нам не хватило рассыпать, может, потом рассыпем. И тут только вот редкие-редкие одуванчики вылезли. А так видно, что земля. А вот сюда, если мы поворачиваемся, то вот видно, что газон растет. Так, друзья, значит, были сегодня у нас наши рабочие. Решали проблему с протеканием крыши. В общем, сейчас я вам покажу все. Вот, походили тут, потоптали нам, следы оставили. В общем, дело в том, что здесь затекать ничего не может. Тут нахлёст идет, здесь вот, в две волны. То есть вот эта штука находит на эту, на две волны. Ну никак. Протечь-то здесь не может. Только вот эта вот штука может. Вот. Это вот штукенция. Но здесь вот она по всему, по всей длине, она проклеена. То есть здесь герметиком сделано. Вот. И здесь тут видите, как они сделали. Тут уже герметик. Ну никак не заливается. Здесь даже все загерметизировали. Вот тот шов, который я думал, тот шов как раз выпадает на ту штуку. Вот это вот может быть один вариант. И второй вариант. Вчера был очень сильный дождь с ветром. А так как у нас уклон здесь у крыши не очень большой, так, то вода могла туда попадать, под низ, затекать сюда. Тут, в принципе, даже я вчера, когда приподнимал, туда руку засовывал, и там вот так вот я засунул, там было все влажно. Поэтому, в принципе, может такое быть. В общем, сейчас с этой стороны они запихнули специальные такие штучки. Сейчас покажу. Которые вот так вот. Вот видите, какие штуки. Они тут дышащие, с одной стороны. С другой стороны, они... Вода не будет сопротекать. Вот. А не от дождя, а от снега. От пыли тоже, чтобы пыль не упадала. Песок там. Такие. Вот, так что я думаю, сейчас будет все нормально. Они же сегодня с утра приехали. Аж, ну что такое? Еще переволновались тоже. Говорит, такого быть не может. Что за фигня? Стали переживать. Вот, так что вот так сделали. Думаю, сейчас будет все нормально. У нас целый день была вот такая погода. Я наконец-то конца весь покосил участочек. Все. Сейчас собираемся, едем в Москву. Москву. Так что давайте с нами. Мы собрались домой. Сережа погулял с Ричем. Сейчас выключаем то, что нам надо выключить. Холодильник он может только стоить. Греет, это знаешь, что греется? Бак. Бак тот вот. Да. Ну, наверное, холодильник, все.
Сейчас посмотрю, сколько там стоило. 0,2. 0,1, 0,2. Мы доехали, мы дома. Вот. Тут кошка Даня нас встречает. Значит, будем кушать. Показываем Даньке наушники. А он сказал, что он хочет за 21 тысячу. Ты с этим, каких нету? Да, они сейчас 19-го. Какие это? Которые такие маленькие, с амбушюрами. Ну, про. Знаешь? Я таких не видел. Маленькие? Какие-то про. Не знаю, такие. Нет таких. Да, попробовал. Мне вот эти удобные. Маленькие так вообще потерять можно, наверное. Да, этот хороший. Там кейс другой. На киндер похож, скажи. Кейс. И знаешь, на что похоже на этот? Сигарет. Кто про что? На какие сигареты? Что это за мини-сигареты? Парламент. На Ментос. Ментос, да. Какой Ментос? Знаешь, такие эти пожевачки, сосалки там. Потому что на сигареты это вообще никак не похоже. Ну, ничего не похоже. Вот так берешь, закрываешь, там сигареты лежат. Электронная. Да? Ты это куришь оттуда? Не-не-не, обычно. Давайте купим электронные сигареты, будем курить. Лучше вейп. Это очень вредно. Папа шутит. Давайте, давайте купим кальян. Это тоже вредно. И будем курить. Там как раз можно втроем курить один кальян. Тут поставим в центре. Да. Еще кошка подойдет. И будем курить. И Машу позовем. Четвером будем. Все нормально. Пар пускать. Парить будем, парить. Еще, видишь, говорит, что у нас все, походу, ку-ку в семье. Одна имя меняет, другой вейп собирается курить, третий про сигареты. Самая нормальная я вообще молчу. Нет. Надо нюхать. Угу. Ты понимаешь, 3 дня не было света. Все испортилось. 3 дня не было. Света не было, ночь 3 дня, кажется. Ну, это как раз не было, да. Град выпал, все стало белым. Не надо вот пульт класть к лицу, потом опять прыщи какие-нибудь будут. Конечно. Может быть, кто-то им что-нибудь чешет. Понятно. Ты не ломай меня на мои наушники. Можно спать, да? Да, иди мойся спать. Когда воду туда дадут? Завтра вечером или как? Вообще рано даже. По-моему, там вообще дня через 3-4 тучи лежат. А сейчас что тут делать? Ну, выключили тогда не 5-го. 5-го? Нет, 5-го еще было, потому что, я говорю, уже 5-е прошло. А чего они не выключают? 6-го выключили. 5-е это было в субботу, воскресенье. Ты же как скоро, что на даче сегодня было? Какое? Я сам офигел. Один? Нет. 15. Вот это да, у нас вот по 300. Не по 300, а по 100. Не, ну по 200. Вот. Нет. Ты знаешь, 15. Ну хорошо. А тебе там вообще офигенский интернет. Ну ты после 5G ставит, чтобы было 500. Все летает. Мама ролик даже загружается за 3 минуты. Не, не за 3, за 25. Ты сказала, я смог поглядеть, мы тоже загрузился. Ну, ты правильно, тот ролик загрузился за минут 20. Я же поставил заранее, чуть 25. А тот другой ролик загрузился тоже не полчаса, что такое. Нет, так что, Нюха, поедем на дачу, там жить. Ну, зачем там жить? Не надо там жить. Нет, там классно. Что, поставили в калитку, в собор? Чего? Это еще рано. В смысле рано? Еще даже ничего не привезли нам, как поставят. Привезут, если не обманут. А то деньги спесюк, или да, ничего не привезут. 47 тысяч перевел ему. Да ну и хватит им. Им достаточно. Можно ничего не привозить. Из каждого клиента по 47 тысяч, да? Да. Может, кого-то побольше, другого поменьше. Средним с каждого по 47, да? Да. Ну, даже, да? Да.
Не, ну им еще сделали же официально. Да нет, ну привезут, конечно. Не важно. Вроде он бьется в базы данных и проверял даже. Да нет, ну почему, там же есть это. У меня они во многих местах есть. На Яндекс.Маркете они есть, они дома. Е-е-е. Смотрим, он делится. Да нет, так привезут, конечно. Вопрос, что привезут? Привезут какую-нибудь деревянную фигню картонную. Знаете, вам. Знаешь, есть двери китайские. Из тонкого металла, который... Ну да ладно, хватит тоже. Нормально. Кровитка такая. Папа. Маш, ты куда? Иди к нам. Иди к нам. Ползи сюда. С ремнем. Иди уже. Надо, Маша, надо. Что там есть фильм? «Возвращение Бадулая». Блин, короче, я вчера смотрел кино такое ночью. Дебильное. Потом сегодня его, сегодня я смотрел два раза. Я хочу, чтобы ты смотрел это кино, мы с тобой ржать будем немерено. Ага, а что ты мне не сказал его смотреть? Оно страшное было. Нет. Короче, комедия французская, я чуть не уписался. Без слова. А что за комедия? Все включайте, смотрите кино. Называется «Без тормозов». «Без тормозов»? Да. Давай сейчас включим, вообще будем ржать, писец, ну, короче. Я видел. Где? Ну, заходишь на официальный сайт СТС, там бесплатно все делать. Идут. А что, и что там было без тормозов? Ну, там челики, у них тормоза пропали, их пытались остановить. Кто? А, пытались остановить. Где? На трассе. Где? Ты что, видел, что ли? Да видел, видел я. Когда, как ты видел? Да, видел, сейчас покажу. Эй! Почему это СТС? Он же не по СТС я видел. Эй! Я буду тебя звать теперь сейчас. Эй! Мистер Эй! Я пока не знаю, как тебя звать. А Мэри, пока... Мэри, как Мэри Поппинс. Поэтому пока что буду звать, а может, тебя Эй! А может Поппинс? Поппинс. Мэри уже есть. Как там было? Как название? Без тормозов. Семейка без тормозов? Нет, просто без тормозов называется. Так, вот это? Это погнали. Ну, смехи без тормозов. Нет? Нет, нет. Именно... Нет. Ну, туда я именно сама. Без тормозов. Я все видел. Маша, что это? Это папа сделал. Папа совершенствовал дочь. Что это такое? Кольцо. А ты от хлеба. А ложка разное зачем? Кольцо, смотри, с цифрками. Че? Как это компания, которая продает это? Кольца, тяжи, тяжи. Причем кольца? Санлайт. Причем ты это, я говорю, зачем ты ложку ее воткнул? Кольцо лучше, чем у санлайта. Причем тут, а ложка зачем? Ложка красивая, с другой стороны внутренней, нужно вилку вставить. И на другую руку, вилку. Дурдом. И лучше помоли ложку. Приходишь в школу, а у тебя уже все с собой. Ложка, вилка, ножик, да. А на голову тарелку одеть. Тоже можно. Все, я пошла. Кирища!